Конечно, наверное, самым сильным впечатлением было посещение олимпийских объектов. Это было очень интересно. Виктор Александрович чуть-чуть это видел в командировках раньше, а я нет. И вот когда мы побывали на Рози Хутор и поднялись на подъемнике на самую высокую точку, это 2320, по-моему, наверное, это была гордость, действительно. Вы знаете, это такой масштаб, да еще люди рассказывали очень увлеченно о том, что впереди. И действительно, ну, я теперь тоже горнолыжница. И поэтому мне было интересно, что у них уже сейчас 70 километров трасса, будет 200, а потом будет 400. А потом мы посетили Олимпийский парк уже внизу, где проходила, собственно говоря, вся Олимпиада, открытие. И там такие электрокары, и садишься, и проводят очень классную экскурсию. И вот мы с нашими хорошими знакомыми, давними, с которыми мы тоже встречались вот тогда, 12 лет назад, и мы проехали вот по всему парку, удивились, чувствовали себя прямо как дети.